Вот они мои какие гули замечательные. Давайте. Гули. Ох, они какие. Давайте, скорее. Давайте, мои гуленьки, скорее. Давайте. Вот он как мы расположились хорошо. Сегодня будет светло. Ну. Давайте скорее. Скорее, мои гули. Вот они не могут пока понять, где я. Я переменил место-то. Ну-ка, давайте. И давайте скорее, ешьте, а то я замерз так уже с вами. Давайте. Гули. Вот они где. Поднимусь я, а то они привыкли меня, чтобы я стоял. Давайте скорее. Гули. Давай, вот он как, давай. Давай, сейчас они тут подъедят, им тут есть нечего будет, они ко мне подлетят. Давай скорее. Ну, ешь. Ешь скорее. Но, подожди момент, вот они дерутся. О, черная, это ее тазик, она привыкла там. Давайте скорее. Вот они где мои. Гули. Значит, тот полетел в гнездо, видать, снес яйцо опять. Вот беда с ним. Надо забирать. Они замерзнут все равно. Гули. Это у тебя хорошо так получится. Давай скорее. Скорее, давай. Гули. Вот он где. Давайте, ешьте. Ешьте скорее. Сильно-то вам некогда церемониться. Я постою маленько, да уйду. Но. Давайте скорее. Гули. Тут дверь-то открытая, но ничего. Давайте скорее. Ну. Я место-то переменил, они к этому очень внимательны как. Я, наверное, сейчас присяду. Они тут подошли. Тихонько сяду. Да мои хорошие гули. Гули. Давайте скорее. Вот они, блядь. Скорее. О, где ты? Вот он, пестренький, прилетел. Давай. Гули. Ну вот что там сидите-то? Давайте скорее. Давайте скорее. Тот-то был, он, а то отбиться от него нельзя, как он на тебя верхом садится. А эти-то длинные так приучены. Давай скорее. Ну, другим-то не достается ничего. Давайте дам вам. Вот они где. Давай скорее. Гули. Да красавцы мои, да замечательные голуби у меня, да разные. Это у меня 3 голубятни, ну на это осталось 16, ну и там, наверное, в общей сложности 25, может, будет, в деревне 2. От них пользы никакой нету, только крылышки вот это сметать, это для души держишь-то. Ой, какие хорошие у меня голуби, а? Да ну замечательные голуби. Сейчас я вам дам еще. Подождите маленько. Ой, сегодня я вам недельную фотку выдам. Потому что сегодня у нас особый день. Ясно. Вот 9 января. Давай. Вот как. 9 января. 2013 года. Вот он мой хороший. Он как боярин какой. Вот она, чернушка пришла. Давай скорее. Ну. Замечательные головы. Сидит в гнезде, это не случайно. Он, видать,
Сейчас я вот там захвачу. Подожди-ка, Марина. Давай. Ну вот, сейчас я посмотрю. Подожди-ка, Марина. Вот это замеса. Гнездо у тебя. Ну да, яйцо у него, а? Ты что же ты придумал-то? В январе месяце, вот оно, яйцо. Свеженькое. Тебе никогда его не выпарить. А пузо будет года. Ну, еще ты сидишь там. Согнулся. Козырек мой, а? О, да чего же они хорошие это? Ну все. Вот они какие голуби у меня. Давай я сейчас призову их опять сюда. Гули-г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 ули. Давайте, скорее сюда. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Ну-ка. Давайте скорее. Сейчас они будут падать, прямо падать. Все. Вот они пришли. Ну-ка. Давай скорее. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Этот боярин-то сидит коричневый. Топчется. Иди скорее сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Я раньше пускал в зиму, около 60 были, но они много зерна требуют. Ну, тем более я голубятню разделил. Одно время напали тут крысы, и под шифером их нельзя было поймать никак. Я голубей всех забрал, всех, увез Потеряевку. А тут мы навели полный ремонт, полностью переделали все и железом обтянули. И там подход только через железный литок. Никак. Ну, давайте скорее. Они отвлекаются. Давайте. Вот они где. Давайте. Вот они хорошие мои. Вот они где сидят. Ну, давайте. Гули-г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 ули. Скорее идите. Я вот как с 5 лет полюбил их. Ну и вот 65 лет, наверное, уже с ними вожусь больше. У меня всякие разные голуби были. Колонок залез и всех уничтожил за одну ночь. Потеряевки. А тут я увидел дыра прогрызенную. Поставил капкан. Ни раньше, ни позже он как раз полез. Ну и попался. Но сильный там, что было пристроено, он, покуда ему идти, то он все разнет в дребезги. Ну все. Давайте. Вот мои хорошие. Давай, на этом конец сегодня. Давай.